Здравствуйте, я Лидия Козлова, и я участница конкурса Golden Time. Хочу представить вам свою работу, которая называется «Перемены». Знаете, как я начала рисовать? Это случилось 2 года назад, как-то ночью. Я открыла глаза и поняла, что моя жизнь замерла, и что мне необходимо начать двигаться, вот прямо сейчас. В этот же миг я достала из шкафа 2 белоснежных холста, которые стояли там уже более года. И вот их время пришло. В каком-то забытии я выдавила краски из тюбиков прямо на холст и стала размазывать руками. И жизнь стала набирать обороты.